Всем привет, дорогие друзья, мы на канале War & Play. Продолжаем проходить час победы. Так, у нас следующая миссия. И будем ее, наверное, проходить. Попробуем за шпиона все-таки. You want the bastard? You got the bastard. All together again, huh? Ну что ж, все снова вместе. Да, мы тут вместе. Дойти до внутреннего двора нам нужно. Так, профессор, вы за мной идете? Пошли. Ох, у них тут как все тут запущено, да. Сколько ж там фрицев-то? Very good at your job. I will know not to anger you myself. Да-да-да. Это вот такое. Проходи, давай, пошли. Там фрица полная, да-да. Куда там пошел, да? Алло. Где-то кругаля. Да они тут со всех сторон, это просто там пулемет. Тут автомат, вы что, прикалываете, что ли, ё-моё? Got it covered. Ух, такая тяжеленькая миссия довольно-таки. Так, ну ладно, мы знаем примерно, что делать. Over there,
Как же ты не помер тогда? Так. Здесь у нас секретная дверь. Вскрываем. Давайте. Профессор, давай за мной. Так, с этим разобрались. Так, мы как-то по-тихому, блин. Как там этот пулемет гребаный? Вот это самое плохое, блин. Ключи должен быть, наверное. Ага, пока он будет брать ключ, нам нужно его прикрыть, да, типа того, я понял.
idiot. I'm an idiot. Конечно, ты идиот. Нас, походу, завел куда-то, блин. Так. Так, надеюсь, мы правильно идем. Нормально, даже походу десант сбрасывают, отлично. Помощь идет. Так, ну продолжаем. Такая миссия не маленькая. Это улетело здесь. Буду вас гранатой выкуривать, блядь, лицо. Где-то пойдем, но походу сюда.
Там фрицев как грязи, блин. Хоть бегает, уворачивается прямо, вы видели как, а? Так, тут закрыто, блин. Знаю, что ты имеешь второй хорош. Так, нам вроде сюда. Фу, неужели, а? Ну, ребят, тяжелая была миссия, да? Прям офигеть. Такая прорыв прям сквозь всю оборону, бля. Надеюсь, вам, ребят, все понравилось. Мы увидимся с вами в следующей серии. Не забываем подписаться на канал, прожимать колокольчик. А я вам говорю всем пока. До новых встреч.